В Оренбурге акция проводится уже 6 лет и ежегодно объединяет тысячи людей. Только в СКК Оренбурге сегодня собрались сотни студентов-активистов. Представители практически всех учебных заведений области. От училища Олимпийского резерва до института имени Ростроповичей. Мы будущее поколение, как бы за нами весь мир идет. Вот, поэтому мы должны быть здоровыми, сильными, чтобы наши дети такими же были здоровыми, сильными. Поддерживаю здоровый образ жизни, веду и решила поддержать его со всеми собравшимися. Елена Кальянова проводит такую зарядку впервые и обещала, что никаких сложных упражнений не будет. Ведь главное – получить заряд бодрости и понять, что спорт – это действительно сила. Элементарные упражнения, с них все и начинается, поэтому ничего нового никто никогда и не придумал, и не надо изобретать велосипед. И я даже утром, когда делаю зарядку, я тоже делаю все вот именно такие упражнения, которые на все группы мышц, чтобы немножко проснуться, размяться, и это всегда дает пользу на весь день. В разных точках города сегодня акцию провели ведущие политики, журналисты и бизнесмены.